Всем привет! Вот хочу показать, что уже сделано по дому. С кирпичей выложил такие вот стеночки, просто для того, чтобы визуально можно было видеть, какая будет перепланировочка у нас, насколько это удачно. Вот это вот спереди, вот эта часть, это будущий встроенный шкаф. Там дальше вот это вот все. Это у нас будет ванная комната. Кирпичами сделана вот стенка, как бы ванна, для того, чтобы можно было ориентироваться. Туда дальше я разбираю. Это будет дверной проем в прачечную и в туалет. Вот здесь вот, вот эта вот часть. Это будет дверь, выход из спальни. Хочу немножко рассказать про дом. Дом 50-х годов. Все стены в качестве раствора в стенах был использован не глина, а земля. Просто земля. Вот этот весь камень лежит на земле. Поэтому мы приняли решение, что убираем старую штукатурку, расшиваем швы и заполняем все это цементным раствором для того, чтобы скрепить эти стены. Вот такие вот у нас стены. Вот, смотрите. Это я разбираю дверной проем, делаю. А так, в принципе, положено неплохо, хороший довольно-таки дом, и тепло держит, и, в общем, мне нравится. Сейчас вот занимаюсь залом этим. Вот такой вот у нас он зал. Это куча кирпичей, которые разбирал сарай и таскал сюда. Так вот оно все сейчас выглядит. Ну, на этом, наверное, пока все. До новых встреч. Кому интересно, что будет дальше, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик. Ждем нового видео. И всем пока!